Привет, это Дима. Сегодня я встречаю очередной день рождения за решеткой. Само по себе это уже не ново, но колорита добавляет атмосфера чувашской деревни. Почти как в детстве на даче, только в компании зэков и с мишурой из колючей проволоки. В этот день принято оглядываться назад, подводить личные итоги и строить планы на будущее. Но мог ли я планировать или даже просто предполагать, что отмечу свои 24 года здесь? Жизнь удивительна в своей непредсказуемости. День ото дня она заставляет нас пересматривать все планы и действовать по ситуации, преподнося все новые сюрпризы. Если бы все они были одинаково приятны и просты, это было бы не так интересно. Возможно, прямо сейчас и вы находите себя совсем не там, где планировали, в странном месте, в неопределенном положении или в непривычной для себя роли. Но так ли это ужасно, как кажется на первый взгляд? Ведь и в компании зэков, как оказалось, можно тепло встретить праздник за кружкой крепкого чая и кусочком самодельного торта, а колючую проволоку, как реальную, так и метафорическую, можно просто игнорировать. Пройдет совсем немного времени, прежде чем она заржавеет и рассыплется, и все будет хорошо. Все, в сущности, не так плохо сейчас, если вы в это верите. Всем мир. 5 августа 2023 год. Чувашия, деревня Толиково, ПФРСИ и К6, Дима.